Эй! Может, вы уже скажете, чем меня вызвали? А? А? Да, конечно. Но чуть позже. Ну, хорошо, тогда я пошла. Нет-нет-нет, я вспомнил. У вашей дочери проблемы с физкультурой. Да. Ну, слушайте, этого не может быть. Вообще-то она с детства занимается легкой атлетикой. Дело в том, что мы подумали, может, это у нее наследственное, так сказать. В смысле? Ну, вот вы, например, прыгать можете? Конечно, могу. Все прыгать можете? Не понимаю вас. Ну, в смысле, попробуйте. Вот так, что ли? Да. Супер. Класс. Сколько так прыгать? Да, по новым нормативам 200 раз. А может, за тебя 300? Да. Все? Да. Нет. Теперь вы убедились, что это не наследственное? Нет еще. У нее еще проблемы с ветряной мельницей. Вот вы умеете ветряную мельницу делать? Да. Покажите, пожалуйста. Это... вот это что ли? Да. Что, ее тоже 300 раз делать? Если можно. За мельницу. Триста. Все? Да, вы молодцы. Я могу идти? Нет, секундочку. Ваша дочка пропустила очень важную тему по ОБЗ. Ага. Называется «Искусственное дыхание». Обратите внимание, пожалуйста. Я вот думаю, может, это тоже наследственное? Так, смотрите. Мне типа очень плохо. Закрывайте нос и вот сюда дышите прямо мне в губы. Значит, так. Завтра придет мой муж, и вы с ним обсудите оставшиеся вопросы. Тем более, что он тоже спортсмен. Боксер! Зачем нам муж? Нет, нам муж тем более. Нам не надо. А тренируйтесь друг на друге. Ну что, ложись. Я так сразу не могу. Надо чуть-чуть подружиться. Ну, давай. Да. А я с ней подружился. Ложись, говори. На троих. У Комфи подарунки для всех. На вид для пуганцев. А вот здесь и здесь. Угу. Желаю здравствовать вам, раба Божья Надежда и Софья! Удачи вам во всех благочестивых начинаниях! Отроком вашим учащимся толку в голове и усидчивости в обратной точке! Здравствуйте, Сергей Петрович! Можно просто, отец Сергий. Присаживайтесь. Спасибо. Зачем вызывали? Почему сами не приходите? Путь-то не близкий. Батюшка, визиты к вам в церковь нам очень дорого обходятся. Дело в том, что ваш сын может завалить экзамены. Ему нужно лучше готовиться. Да. Ну что ж, если нужно, значит и будем лучше готовиться. С сегодняшнего дня будем не 3 свечки ставить, а 7. И молиться он будет не 10 раз, а 30. И, глядишь, с Божьей помощью и сдадим ваши экзамены окаянные. Я боюсь, вот это как раз и не поможет. Он отрицает теорию эволюции. Да. Говорит, что люди произошли от Адама и Евы. Ну что ж, отрок мой от молодости может заблуждаться, ибо я не могу полностью отрицать теорию Дарвина. Я видел некоторых ваших старшеклассниц, как они косметику накладывают на себя. Поэтому действительно некоторые из них произошли от обезьян. А на физике, на вопрос, почему горит лампа накаливания, он ответил: по воле Божьей. Судя по новым тарифам, не по воле Божьей она горит, а по воле дьявола. Тарифы-то совсем не божеские. Но самое страшное, Сергей Петрович, что он ни разу не сдал на ремонт школы. Ах, вот оно что. Скажите, раба Божья Надежда, как самочувствие ваше в последние дни?
Ну, ничего, суставы немного ноют. А при чем тут это? А вы, Софья, не жалуетесь на везение или его отсутствие? Честно говоря, если бы мне везло, я бы, наверное, тут не работала. Вот именно. О чем я и пытаюсь вам сказать. Ибо дело вы небогоугодное затеяли. А ежели бы дело было праведное, то я бы за вас там похлопотал. А что же нам делать? Да. Что делать? Собирать деньги на храм Божий. Ага. Сколько вы уже собрали? 10 000. Не фонтан. В смысле? Фонтан хочу в резиденции построить, но этих средств недостаточно. Но эту жертву я с удовольствием от вас приму. Побыстрее можно, ибо рука затекает. Вот, отче, возьмите. Я прошу прощения, а мы тут без ремонта системы отопления не околеем? Не околеете. Ибо главное – это духовное здравие. А в школу можно и потеплее одеться. До свидания. Да, Софья Николаевна, нужно к нему в церковь ходить. Потому что его визиты сюда нам дороже обходятся. Рыба, жареная рыба. Кто не пробовал рыбу, не знает вкус жизни. Слышь, Кучерявый, почем рыба? Для вас абсолютно бесплатно. О-о-о. Пропавшая, что ли? Ой, ну зачем же обидные слова? 100%... Свежие. Я сегодня утром лично видел, как Абрашенька ее ловил. Моя Сарочка ее пожарила днем. А вечером я ее продаю за сущие копейки. О, уже за копейки. А было бесплатно. Сама рыба бесплатна, да. Но мое время таки стоит денег. Если бы вы не задавали вот этих вот ваших вопросов, вы бы уже пальчики облизывали, я бы шел дальше. А так... Всего десяточка. О, десяточка, что, недорого. Давай возьмем. А попробовать можно? Ну, конечно же, можно. 5. Ого! Да ладно, это все равно дешевле, чем семечки. Ладно. Ммм, ну. Вкусная рыба. Вкусная, да. Ну? Дайте 2. Отлично. 20 и 20 получается 40. Почему 20? Вы только что сказали 10. В цену 10? Ходил риск, что вам не понравится товар. А так вы уже приобретаете знакомый набор вкусов. Ладно, дай ему деньги. Отлично. Хорошо, вот и жите. Здорово. Скажите, пожалуйста, вам куда ложить? В тарелочки. В тарелочки. Одна тарелочка 30 и 30. Сегодня скидка для вас 50. Подождите, вон в том кафе дают бесплатно тарелочки. Желание клиента для нас закон. Пожалуйста, можете идти в то кафе. Но я вам сказал, что мое время таки стоит денег. Вам будет дороже сбегать. Ладно, дай ему деньги. Повезло тебе, хорошо, что твоя Сарочка хорошо готовит. Держите. Ага. Спасибо, спасибо. Очень. Вот эту, да, по зажаристи. Ага. Очень вкусная рыбка. Да. Очень. Вот возьмите, вот это, пожалуйста. Ага. Скажите, пожалуйста, вы будете кушать ручками или вы приобретете у меня вилочки? Я все понимаю с первого взгляда. Сегодня вилочки для вас будут в подарок. Слава Богу! Если вы купите у меня вот эту вот маечку. Так, короче, я пошел в кафешку за вилочками. Ваше право. Но боюсь, что в той кафешке я выкупил все вилочки. Иначе бы у меня не было спроса вот на эти замечательные футболочки. Ну, что я могу вам сказать? За вашу трехкомнатную квартиру в центре города никто больше 25 000 не даст. Поверьте мне,
Но у меня есть замечательный участок в центре леса. Всего в 60 километрах от города. Для вас это будет самый выгодный обмен. Офигеть, рыбки поели. Я тебе говорил, учись готовить. Саша, не будь поцом. Зохунвей, какая у вас мудрая женщина. Ну что, оформляем сделочку? Да хрен с ним, что хотите делайте. Рыба очень вкусная. Сашечка, молодец. Ну что, Ануфрий Иванович? Можно просто отец Ануфрий. Хорошо. Куда путь держим, отец Ануфрий? В Монте-Карло. Монте-Карло. А что это вы, батюшка, к азартным играм пристрастились? Грешно, грешно. Побойся Бога. Еду венчать детей Божьих. Венчать, значит. А немного ли Кагора вы с собой взяли? Насколько я знаю, там по чайной ложечке надо всего. Ежели бы видел ты облик невесты той юродивой, ты бы сразу понял, что этого сосуда недостаточно будет. Значит так, вы едете на выездную церемонию венчания, да? Аминь. А как вы объясните наличие у вас двух золотых слитков? Это? Ага. Какие же это слитки? Это крестики для молодоженов. Какие крестики? Да вот, мы же золото осветили, а сплавить не успели. Вот, надеюсь, по приезду сразу доделаю. Угу. Понятно. Угу. Сколько везете с собой наличности? Сколько Бог послал, столько и везу. Батюшка, для декларации нужна конкретная сумма. Конкретная? Да. Сколько кому не жалко было, столько и сдали. В цифрах сколько это? В цифрах? Одному Богу известно, сколько в цифрах-то это. Батюшка, а если мы сами откроем и узнаем? А не боитесь грех на душу взять? Боимся, но если мы шкатулочку не откроем и не узнаем, что там, то начальство на нас анафему нашлет, и тут такое чистилище устроит. Ой. Так что лучше сами нам скажите, сколько там. 200 тысяч долларов. Это же наш общак. В смысле, община собирала. Митрополит попросил вывести, пока этот кипиш не уляжется. Откройте. Ого! Долго собирали, наверное. Дня 4. Смелее, батюшка, смелее. Можно еще одну пачечку кинуть, ага. Жертвую на ремонт таможни. Дай вам Бог здоровья. И вам тоже не хворать. До свидания. А теперь, батюшка, сюда. Все остальное и вот эти недоделанные крестики. Оп. Ну вы что, совсем оборзели, что ли, супостаты? Батюшка, службы у нас, конечно, разные, но принципы работы одинаковые. Ага. Подавитесь. Я себе еще заработаю. Через неделю. Да же вы, батюшка. Может, венца? Идите вы. Вроде как благословил и в то же время послал. Да. На троих. Прямо в лонжеро. Как так можно было? Вообще я не понимаю. Четыре машины во дворе поцарапало, а в пятую просто въехало. Кто тебя парковаться так учил? Я умею парковаться. Да я заметил. Давай, звони своему хахалю, у которого ты на эту машину нас собирала. Пускай он привозит бабки. Я не могу. Мы с ним поссорились. Я гордая, я первая звонить не буду. Гордая ты? Да. А где ты бабки возьмешь, ты гордая? Может быть, как-нибудь договоримся? Как ты со мной договоришься? Мы же взрослые люди. Раздевайся. Че, прям так сразу? Быстрее разденешься, быстрее отработаешь. Давай, давай. Ну? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Блин, сбился. Раз, два, три, четыре.
Опа! Время! Дядь Паль, да? А можно это, ну, продолжить? Продлить? Да. Давай. Яна, еще раз эту машину. Я же почти отмыла. Ну и что? Пены больше. Больше пены, мокрого всего вот этого вот. Давай быстрее, работай. У нас там еще целая очередь в километр. А долго мне еще? Ну еще 1020. Руки на руле. Вот так. Надежда Константиновна! Ой, простите, я помешала, я зайду в другой раз. Нет, Софья Николаевна, заходите, вас это тоже касается. Меня? Да. Касается всех. Потому что каждый год выпускной в вашей школе превращается в ЧП районного масштаба. Я хочу в этот раз лично убедиться, что все пройдет чинно и благородно, а не как в прошлом году. Надежда Константиновна, когда к вам съехались все городские наряды, милиции, пожарные и журналистов. Но мы уже уволили физкультурника. Это не вы его уволили, а мы его закрыли на 3 года. Я прошу прощения, просто в прошлом году был очень сложный класс. Да. И физрук был его классным руководителем. Это я в курсе, потому что все его ученики тоже попали к нам. И даже девочки. Но это же хорошо. Неизвестно, что было бы с ними на свободе. Олег Петрович, я вас уверяю, что в этом году выпуск будет спокойным и благородным. Да, согласна. Это потому что в этом году выпуск хороший? Нет. Это потому что в этом году мы собрали больше денег. Софья Николаевна, у вас есть какие-то предложения по проведению выпуска? Да. Озвучьте их, пожалуйста. Мне кажется, чтобы наш выпускной не превратился в какое-то скучное застолье, нам необходимо сделать какие-то конкурсы. Прекрасно. Я даже разрешаю взять спортивный инвентарь из спортзала. Ага. А в завершении вечера мы выпустим голубей. Боже. Это будет так романтично. Олег Петрович, поверьте, что выпуск в этом году в нашей школе будет самым спокойным, самым благородным. Посмотрим. Ну, я же вас просил. Я умолял. Ну, пардоньте. Что вы за люди такие? А ты кто такой? Ментяра Паган. Тихо, Надежда Константиновна, вы не в школе. А ты вообще рот закрой, росомаха. Что? Иди сюда, я тебе сглазно. Я тебе сейчас ноги повыдергиваю. Что? Тихо! Я тебе сейчас ноги повырываю. Давайте, наконец, проясним, из-за чего началась драка. Из-за танцевального конкурса. Вы что, подрались из-за конкурса? Нет, из-за приза. Или приза. Боже мой, я филолог по образованию. Ай, хрен с ним. Короче, из-за бутылки шампанского. Вы же хотели устроить романтичный выпускной. Да все было капец как романтично. Пока шампанское не закончилось. И в чем связь? А связь в том, что потом мы перешли на водку, понятно? Да. Ясно. Скажите, зачем вы жарили голубей на глазах у детишек? Потому что ресторан долго не нес горячее. Да. А зачем вы их жарили живьем? А потому что когда голодная, очень агрессивная, понятно? Вы можете мне объяснить, в конце концов, драка из-за чего началась? Не из-за чего, а из-за кого? Из-за вот этой глупой нерпы. Подрались. Физкультурник и трудовик. И в результате она досталась самому сильному физкультурнику. Физкультурнику. А зачем надо было на школьном автобусе в реку въезжать? А потому что нам стало жарко в автобусе, понятно? А, да, и мы все единогласно решили, что нам надо скупаться. Скупаться.
А что за наезды, начальник? На нас что тут, телегу кто-то накатал, что ли? Нет, на удивление, вот никто из родителей заявлений не писал. Ну, это и понятно. Мы же им еще аттестаты не выдали. Кстати, где аттестаты? В автобусе. Товарищи начальника, отпустите нас, пожалуйста. Ну, вот куда я вас сейчас отпущу? В автобус. В автобус? Ты что такой борзый, креница? Что, у тебя выпускного не было никогда? Или я тебя от ментуры не отмазывала, не? Или я тебя не вынимала из-под химички, когда ты кричал, тетенька, не надо! А? Когда ты голый. Да, ладно, 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 ладно. Идите. До встречи через год, как обычно. То-то же. Софья Николаевна, разрешите пригласить вас в свой кабинет на бутылочку айса? Что ж вы молчали, что у вас есть... Мы бы из-за этого и не подрались бы, или не подрались. Боже мой, я филолог по образованию. Да пошли ты, у меня есть торты или торты, какая разница, главное есть. Слушай, я так... Каждый год одно и то же.